Сегодня еще в нескольких крупных российских городах приостановлены занятия в школах. Такая мера принимается, чтобы минимизировать распространение гриппа и ОРВИ. Это касается Петропавловска-Камчатского, Кургана, Волгограда. В Калининграде пока останутся дома только ученики начальной школы, а с понедельника и старших классов. Учебный процесс так или иначе скорректирован в десятках регионов, где это школьников переводят на дистанционное обучение. Между тем, в Северной Осетии, по последним данным, уже снижается число обращений к врачам по поводу респираторных заболеваний. За сутки количество новых случаев сократилось примерно на четверть. Сейчас по всей стране повышенное внимание к наличию в аптеках медицинских масок и самых ходовых, недорогих противовирусных препаратов. Кое-где запасы не успевают пополнять. В ряде регионов, как, например, в Тульской и Липецкой областях, аптеки проверяет прокуратура.